Лицей имени Лобачевского КФУ открыл свои двери для очередного важного гостя. Представитель ростовского отделения Корейского культурного центра Джон Чан Юн впервые посетил лицей, поближе познакомился с современными классами и изучил экспозицию музея. Особенно делегатов впечатлила внеучебная деятельность учащихся. Речь идет не только о детских творческих достижениях, но и о неподдельном интересе лицеистов к корейскому языку. Джон Чан Юн не пожалел времени и убедился во всем лично. Я всегда очень трепетно отношусь к вопросам, которые касаются образования. Мне очень хочется популяризировать корейский язык и поддержать интерес к нему у всех учащихся. Я узнал, что в лицее Лобачевского КФУ замечен интерес к корейской культуре и языку. Именно поэтому я здесь. Я хочу вам помочь. Кстати, заниматься корейским языком лицеисты начали с недавнего времени самостоятельно, но пока что только в форме факультативов. Специалист искренне удивлен такой инициативе, хоть и отметил, что выучить чужой язык нелегко. Я сам изучаю русский язык. Скажу сразу, мне непросто, но тем не менее интересно. Изучая язык другой страны, вы изучаете и ее культуру, и эти знания никогда не окажутся лишними. В рамках своего визита Джон Чан Юн примет участие в международном экзамене по корейскому языку, который пройдет в стенах Казанского федерального университета. Участие в срезе знаний примут участники с Москвы, Тольятти, Уфы, Волгограда и многих других городов России. Экзамен по корейскому языку состоится 20 ноября. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.